Просто день встреч какой-то. Переводить? Выпьем за мир и дружбу между народами. Товарищ комдив, я не пью. Na trinken wir auf den Frieden und die Völkerfreundschaft. Трофейные. Запамятовал, курите? Ich hab vergessen, rauchen Sie. Wo ist die Zigarette? Trophäne, товарищ комдив. Русские. А какой парад был? In Brest? В Бресте? Но не на Красной же площади. Конечно, в Бресте. Im Namen des deutschen Kommandos und des Generals Guderian persönlich, ich bin bevormächtigt, Ihnen anzubieten, den sinnlosen Widerstand unverzüglich einzustellen. От имени немецкого командования и лично от генерала Гудериана имею полномочия предложить вам прекратить бессмысленное сопротивление. Ich erinnere mich, dass Sie bei unserem Treffen in Brest perfekt Russisch konnten. 39. Я помню, вы прекрасно говорили по-русски во время нашей последней встречи. Ну, в Бресте в 39-м. Генерал Гудериан, персонлих, лично гарантировать солдатам и офицерам вашей дивизии гуманное обращение и горячая еда. Товарищ комдив, генерал Гудериан гарантирует персонлич ден солдатен унт офицерен, ну, Entschuldigung. Господин генерал, вы же есть умный человек. Вы должны понимать, что ваше сопротивление есть бессмысленно и бесполезно. Чтобы на Вермахте восстановить Вермахт так же нереально, как и колесо истории. Да, вы можете один, максимально два дня продержаться здесь, на Днепровский рубеж, а потом... Потом будет все так, как и должно быть. Середина осени, максимально, конец осени, при самой неблагоприятной ситуации, начало зимы, мы будем в Москве. Может быть. Не понимаю. Вот что я тебе скажу. 22 июня вы стали копать себе могилу. И чем дальше вы будете вторгаться на нашу территорию, тем глубже будет могила. Стоп, стоп, стоп. Ein Moment. Господин генерал, меньше чем за год мы завоевали всю Европу. Европа кончилась. Азия началась.
Ну, за вождей. Doch besoffen wie ein Schwein! Вот тебе и не Могилев. Да не вертись ты! Представитель штаб-генераль полковник Гудериан. У меня есть очень важный информацион для генераль. Шайсер!